Паркуясь во дворах, автолюбители думают лишь о своем удобстве. При этом мало кого волнует, что авто может помешать проезду спецтехники. Сотрудники пожарных частей сталкиваются с этой проблемой ежедневно. Чаще всего это происходит в областном центре. Ивановское управление МЧС напоминает, каждый автовладелец должен знать, что согласно требованиям пожарной безопасности, если здание выше 9 этажей, подъезд спецтехники к нему должен быть обеспечен с двух продольных сторон. Кроме того, ширина проездов для пожарных машин в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее 3,5 метров. Категорически запрещено загораживать автомобилями гидранты. У нас самый большой автомобиль, это есть в гарнизоне автолестница длиной, высота подъема, которая составляет 50 метров. Так вот, чтобы этому автомобилю нормально проехать к зданию и установиться, необходима площадка длиной около 20 метров и шириной порядка около 15-17 метров. То есть все водители, которые ставят автомобили во дворах своих жилых домов, убедительная просьба, оставляйте место и свободные проезды вдоль жилых домов для установки таких автомобилей, которые я сейчас назвал выше. Это все значительно сказывается на времени прибытия, подъезда, времени поднятия пожарных спасателей на этажи. И также это сказывается, опять же, на оказание помощи людям, которые приходят в беду.